Ребята, всем привет! Мы находимся в аэропорту Шереметьево. Мы летим в Астрахань к Раилю. Вы все давно хотели, чтобы мы записали видос про охоту. И вот этот день настал. На самом деле мы сами уже несколько лет пытаемся выехать именно на такую охоту. Охота будет на трофейного сама. Сом, от соточки, да? Или до соточки, от 50 до 100. От 100 и до 100. Да, в общем, в Астрахани есть такое время года, когда только сходит лед, и самые еще сидят в норах. Вот можно и в этот момент его застать врасплох и взять. Такого на моем канале еще не было. Два пожелания выполняю. Охота. Все кричат, где охота, Санек, задолбали путешествия. Задолбал твой вонючий крузак. И Михаил Серегин. Вот Миша, собственно говоря, тут. Самое интересное на этой охоте реально показать, где живут самы. На зиму самы забираются в норы глубокие под берегом. И там зимуют. Вот мы пытаемся найти одну из таких нор и попробовать туда залезть. Да, на самом деле охота достаточно опасная, но если соблюдать все правила безопасности, то, скорее всего, мы очень надеемся, что будет без происшествий, но зарекаться не будем, потому что вы знаете, да. В чем сложность охоты? В том, что вода ледяная, то есть сейчас будет 2 градуса максимум, наверное, вода. Нужно будет залазить в норы, то есть вы залазите, представляете, под берегом вымывает, вы туда залазите полностью вместе с ластами. То есть обратно в случае паники будет достаточно сложно вылезти, можно просто не понять, где выход. Я за последние там 3 дня сшил себе гидрик абсолютно новый из 11-миллиметрового неопрена Ямамото. Также этот гидрик я буду использовать в поездке в Норвегию и на Шантарские острова. Про это мы еще не рассказывали, но я вам обязательно все расскажу. Смелее за мной, будет интересно. Миш, ты что, деловую включил? Хрустящая газета, свеженькая. Перед Астраханью нужно обязательно почитать РБК, или что там, Коммерсант. Ребят, вы еще читаете газеты или нет? Скажите, напишите в комментариях. Опа. В общем, ребят, все темно. Готовимся ко взлету. Спасибо, всего доброго. До свидания. Все, вроде целое. Ух, ебать. Ну что, Миш, мы в Астрахани? Осталось минут 40, и мы на базе. Докладываю обстановку, ребят. Такси стоит 1500 рублей. 1300! Да подожди. Ну мы, как обычно, сторговались. Магаз еще бесплатно. Кого? И магаз бесплатно. Еще и магаз бесплатно отвезут. Вот такие ребята хорошие. Ну все, мы трогаем из аэропорта. Нас практически местные жители встречают со скидками. Ждали нас. Да. Вот так выглядит ночная Астрахань. Безлюдно, безмашинно. Это называется время 3 часа, мы не в одном глазу. Без пива. Нам в магазине не продали ни вина, ни пива. Припев. Вот, ребят, здесь начинаешь отдыхать уже при выходе из аэропорта, при поездке просто. Ты едешь в такси, и ты в другом мире. В общем, нас встречают собаки. Собаки-барабаки. Все, огонь. Здорово, Раиль. Здорово. Как холодно-то, а? Смотрите, ребят, ини все вообще замерзло. У меня одна тонкая куртка вот такая-то. Дыхни. Но зато мы первые, Раиль, да? Да. А пацаны когда приезжают? Завтра приедут. Ну, то есть мы завтра в***ем все мажорные места. Женя приедет завтра ночью. Даже в ночь? Да. То есть мы завтра одни охотимся? Да. Красава, Раиль. Красавелла. Вот это я понимаю. Вот мы завтра подснимем. У меня строить идет здесь включать. Че, серьезно? Че строишь? Беседку еще. Ма, расширяешься? Вопрос, я думаю, через пару лет Раиль перегородит эту речку. Нас здесь встречает. Ну, здесь вы уже все видели. Заходим в дом. Я сейчас представил, нам надо, короче, завтра лазить туда еще и в воду. Не просто в лодке сидеть, а в воду еще залезть. Всем доброе утро. В Астрахани погода просто бомба. Знаете, какая красота. Здесь у Раиля идет строительство. На сварку не смотрите, а то плохое зрение будет. Лед уже сошел практически весь. Смотрите, какой прозрак.
Здесь бывает такое только весной. Береговая линия еще во льду. Два дня назад только лед сошел. Вот лодка, мы уже готовим снаряжение. В общем, сейчас задача одеться, сесть в лодку, ехать минут 20 и будем охотиться. Оператор будешь, ты в курсе? Да. Пойдем, я тебя снаряжу оборудованием. Смотрите, ребят, вы просыпаться должны вот так, каждое утро. У тебя тут целый сетап будет. Вот это надевай на голову. О, вообще идеально. Все, Раиль у нас готов. Оператор, красава. Благодаря Раилю получились такие кадры, которые вы сейчас смотрите. Миш, ну скажи, каково это? Johnson's Baby. Очень важный процесс надевания куртки. Да, ребят, я первый раз, когда одевал голый костюм, я его разорвал ровно пополам. Да. Это вот самое на самом деле сложное. Его ведь смочить надо. Ты главное себя смочи, между душем прям. Ты снимаешь сейчас, если я его порву, чтобы было эпично? Ну, чтобы было хотя бы память, как ты его порвал. Ну, все. Ну, хороший гидр, красиво смотрится, да? Хорошо, еще теплый. Ребят, обязательно должен быть нож с собой. Одно из главных правил техники безопасности – без ножа в воду не лезь. Не дай бог, в чем запутаетесь. Очень тяжело говорить, потому что дырочка маленькая. Ну что, поехали потихоньку. Посмотрим, чем же в этом году нас первооткрыватели, а мы действительно первооткрыватели, мы первая команда, которая приехала поохотиться. Вот, сейчас проверим, что здесь с рыбой. Все, погнали? Да. Вперед! Небольшие льдины, мы их мотором режем. Ну, то есть они уже подтаяли настолько, что практически их не видно на воде. Потому что достаточно опасно напороться при спуске башкой на льдину. Вчера или где? Сейчас, сейчас все будет. Что, еще нырять надо? Самые вот здесь сидят. Где? Вот здесь толпа самок. Вот здесь, короче, рядышком коряшка лежит. Небольшая. А что мы вдвоем-то полезем, не полезем? Надо да, да, надо разныряться вообще. Вот на ней пока разныряйтесь. На дно и туда уходишь прям по руслу. Упрёшься в бревно. Так, подержись, дай ерунду, держись, держишься? Нет. Улыбочку. Ну, на уху пойдет.
Валку что стрельнул. Эх, Амур ушел. Амур белый, да. Не, это маленький, это ни о чем. Бля, когда он большой. Но это самое большое, что я видел. Да ты че? Да. Значит, ты в только облоне залез, который ты говорил. Мы не нашли его, значит. Котел, про который ты говорил, мы не нашли? Нет, там такие. Там не едят? Тучи. Да, да, да. Вот где он сейчас. Стоит туда, раз, и вниз туда уходишь, по ту паузу. Там лед, все дальше. Вот там здорово уже, все. За поворот. Не, но все равно нам обещать, в любом случае, мы не пройдем там. Первого. Есть объезд, да? Придется обещать, да. Вот сюда проходи, там палка вот так будет, бревно поперек. Вот перед рукой. Да, упрешься с рукой. Под рукой прям. Да. Сюда ближе проходи, Саш. Ближе сюда. Ныряешь под эту палку и туда вниз. Там камышовые навесы. Под ними подмыв. Вот он стреляет, здесь что-то есть. Видишь, вот здесь ныряй, где он нырял. О, парочка. А? Пару суданов сразу хороших будет. Не. Снимай. Да нет, гарпун. Стой, не взял. Эх, блядь. Твою мать, я гарпун не видел где. Эй. Где гарпун-то, блядь? Вот, торчит. Все, взял.
Оба на группине повисли. Ага. Не насквозь. Ну это нормально, потому что расстояние близкое. Крупный сазан, значит, есть сом хороший, должен быть. Так мы распугали уже, наверное. Не, куда ты распугаешь, ты че? Намутить можно, намутишь, а распугать надо. Просто я стрельнул, я его сразу оттуда потащил, чтобы он там не мутил. Да. Правильно сделал. Ребята, охота продолжается уже часа 4. Пока результатов хороших нету. Кроме Миши. Миша взял двух сазанов. Хороших, кстати, килограмм по 8. Причем дуплетом, то есть одним выстрелом сразу двух. Я взял одного сама маленького, думал, что большой. И Миша еще одного сазана. Вот и все. Как брал? Захожу слева, справа. Это уже было. Давай новую очередь. Новую историю. Стрелял самого большого. Но, Сань, я тебе скажу, мы не добрались с тобой до самой середины. Мы с тобой по краю немножко полазили. Потому что, Раиль, я пробовал справа обойти, там вообще ничего нету. Как там лед. Обходишь слева, и вот там они в глубине, внизу все тусуются. Понравилось? Хочу сама большого. Надо самишку найти. Еще хочу на льдине прокатиться. Поедешь? Как пингвин? Да. В Антарктиде? Доволен костюмом? Да, кстати, костюм очень классный. Единственное, момент, когда залезаешь в коряги, нужно очень хорошо чувствовать, когда тебе ветка упирается в гидрокостюм, потому что есть шанс вылезти вообще с полными штанами воды. Самая вообще история такая, чтобы поесть на подводной охоте, нужно обязательно сделать вот так. Только после этого можно брать сосисон. Ребята, едим сосиски с белым хлебом. Это самое приятное на подводной охоте. Вот честно вам скажу, как бывалый охотник, пожрать вкуснее я ничего не ел. Собаки нас встречают. Мы эти как зовут? Бок к экрану помнишь, да? Ботинок к экрану. Какой? Вот так? Любой. Либо что, плашмя обложил, плашмя. Ну вот, я плашмя держу. Да. Либо ядрич, либо сазан здоровый. Давай, Миш, берешь в руки их и финалочку. Да. Заключение по сегодняшнему. Ну что, друзья, вот сегодня прошел у нас первый день охоты. Вот два самых крупных сазанчика, которых мы взяли, и еще парочку сомиков. В общем, ехали за самом, взяли двух вот таких красавцев. Ребят, но самое интересное, что на этом охота не закончилась. Сейчас нужно переработать рыбу,
просушить снарягу, отремонтировать ее. Потому что вот у меня, например, порвалось все гидрик немножко. У меня тоже, кстати. Вот эта проблема голого гидрика, то что в процессе охоты появляются вот такие задиры, да. Задиры, да. Это ветка и у меня, покажи. И вот у Санька тоже на голом гидрике вот такие порезы. Вот. Это ветки. Это образные ветки, и их нужно подклеивать, чтобы дальше дырка не пошла. Пойдем дальше готовиться. Сейчас я вам покажу, как проходит вечер подводных охотников. Первый вечер. Миш, тебе самы снятся? Самы сазаны. Самы сазаны. Тащи. Короче, у нас заряжается вся техника. Здесь заряжаются фонари. В доме пока никого нету. Мы здесь одни. Но ребята уже в Волгограде едут. И через пару часов здесь будет толпа просто народу. Руся вылетела из Челябинска. Потому что завтра рано опять нырять. Спокойной ночи, Миш.